До пешеходного перехода рукой подать несколько метров, дождаться зеленого сигнала светофора и перейти через дорогу смело и уверенно. И главное, безопасно. Но пешеходы рискуют, перебегая через дорогу. Надеются на авось мамы с колясками. Выходят на дорогу в неустановленном для перехода месте покупатели с тяжелыми сумками. И лавируют между автомобилями на дороге. С другой стороны, лавируют и водители среди стихийного потока пешеходов, пока гром не грянет. На территории города курорт Анапа мы прослеживаем рост аварийности в городе и населенных пунктах. Одной из основных причин ДТП является нарушение правил передвижения пешеходов. В связи с чем сегодня отделом ГИБДД совместно с отдельным взводом ДПС отдела МВД России по городу Анапа проводятся рейдовые мероприятия, направленные в первую очередь на выявление нарушений пешеходами и на выявление нарушений водителями по непредоставлению преимущества пешехода. В 2013 году произошло 137 ДТП с участием пешеходов. 15 погибли, 40 пострадавших в разной степени тяжести. В январе этого года 9 ДТП, 1 человек погиб, трое госпитализированы. 85 материалов составлены по факту нарушения порядка на дорогах. Центральные улицы и спальные районы коварных переходов в городе много. По правилам дорожного движения водители должны уступить дорогу пешеходам. Но остановить автомобиль мгновенно перед перебегающим человеком невозможно. Травмы неизбежны почти во всех случаях. Перебегая дорогу рядом с пешеходным переходом, нарушитель экономит несколько секунд, но стоят они иногда жизни. Инспекторы ГИБДД напоминают и водителям, и пешеходам: будьте внимательны и взаимовежливы на дороге, чтобы сохранить жизнь. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа регион.